Здравствуйте, дорогие друзья, любители футбола формата 8 на 8. Компания «Спорт.ру» совместно с Северной лигой ЛФЛ приглашают вас на стадион на Флотской улице на матч 20-го тура высшего дивизиона Северной лиги. И сегодня между собой сразятся представители середины турнирной таблицы «Империя» и «Легиона», располагающиеся почти на самом экваторе этой самой таблицы. И «Империя» на 9-м месте до начала игрового уикенда располагалась, «Легион» в 6 очках позади, но на соседней строчке турнирной таблицы. Все готово у нас к началу сегодняшнего поединка. Главный арбитр встречи проверяет готовность обоих соперников и готовность голкиперов. Дает свисток о начале данного поединка. И давайте я быстренько, что ли, вам представлю играющие сегодня составы. Представлю тех футболистов, которые начали встречу не на скамейке запасных. И начну я по своей традиции с футболистов номинальных гостей. Футбольный клуб «Легион» в своих традиционных красно-серых цветах легионеры сегодня выступают. В воротах у команды Максима Остапенко сегодня под 11 номером действует Вячеслав Андрианов. Об этом мы поговорим чуть позже. Сергей Миронов, номер 2 в центре обороны. Станислав Мухин, 28-й. И Кирилл Сумароков, 66-й по краям. Юрий Славягин, 82-й номер, располагается на позиции опорного полузащитника. Александр Седов, 17-й, и Павел Андрианов, 69-й, чуть повыше. И на острие атаки с первых минут вышел Папин Казарян, у него номер 7. Этот футболист долгое время являлся одним из лучших игроков «Легиона». Долгое время лидировал во внутрикомандном списке бомбардиров, но затем получил достаточно неприятную травму. И вот только-только вылечился от нее. Вчера провел матч за дублирующий состав легионеров, отметился там голевым свершениями, и вот сегодня готов он забивать уже за основную команду. Футболисты «Империи» сегодня в следующем сочетании с первых минут на поле появились. Александр Ледвин, номер 1 в воротах у команды Вадима Сарцорова. В 2 защитника, по крайней мере, на первых минутах планируют действовать красно-синие. Это Алексей Батанов, 8-й, и Андрей Булатов, 15-й. Руслан Имаев, 14-й номер, на позиции опорного полузащитника расположился. Александр Кульчи чуть выше под 7-м номером играет. Кирилл Радугин, 44-й, и Никита Рулевский, 17-й, по краям центральной оси будут действовать. И на острие атаки на первых минутах здесь у «Империи» выдвинут Арам Айрапетян, номер 25. Но здесь на самом-таки деле вот вся эта расстановка не более чем формальность. Мы прекрасно понимаем, что, например, все тот же Александр Кульчий может сыграть и на острие атаки, а Арам Айрапетян за свою предыдущую, одну из предыдущих команд, скажем так, «Протон», выступал как раз-таки на позиции опорного полузащитника. Может он сыграть также и в обороне при большой необходимости. Но в любом случае, если у тебя в составе есть такие футболисты, как Алексей Батанов и Андрей Булатов, то я думаю, что здесь, конечно же, тренерский штаб делает все правильно, передвигая Айрапетяна чуть ближе к линии атаки. Также на замене у «Империи» есть Богдан Линчук. Этот футболист мог появиться в стартовом составе, но, насколько мне известно, опаздывал к официальному началу поединка. Именно с этим связано его отсутствие в шорт-листе стартового протокола. Ну а у «Легиона» чуть более обширная заявка, но здесь есть и свои проблемы. Давайте сначала о проблемах поговорим, потому как затронули мы уже одну из этих самых проблем. В воротах у легионеров играет Вячеслав Андрианов. И здесь все случилось достаточно в экстренном порядке. Александр Дементьев, насколько я понимаю, уже сегодня попал в автомобильную аварию. Здесь ничего серьезного с ним, слава богу, не произошло. Но играть сегодня врачи ему не рекомендуют. Второй голкипер команды Басинзон, к сожалению, уже не сумел к матчу перестроиться.
поменяться рабочим графиком. И именно поэтому сегодня Вячеслав Андрианов защищает ворота легионеров. Впрочем, у Андрианова-старшего есть опыт выступления в рамке ворот. Достаточно часто он и за дублирующий состав играет в качестве голкипера и во многих других параллельных турнирах также иной раз примеряет на себя вратарский свитер. В общем, здесь, конечно же, для Андрианова достаточно серьезное испытание. Матч в воротах против такой именитой команды, как «Империя», но скажем, что и излишне нервничать, наверное, ему все-таки не стоит. Из других потерь Ильяс Шахбазов, уже превратившийся в основного футболиста «Легиона», сегодня также на игре отсутствует. У него личные обстоятельства помешали приехать на сегодняшний матч. Ну а Нарайр Тадивасян, футболист, который в прошлом туре играл на позиции центрального защитника, когда как раз-таки Шахбазов отбывал свою дисквалификацию за 4 полученных горчичника, попросту заболел, и получается, что вот Сергей Миронов, номинальный крайний дефенсор, сегодня действует в центре обороны. Но вот все эти проблемы у «Легиона» связаны именно с футболистами оборонительных позиций, голкипера и защитников. А мы видим с вами прекрасно, что по первым минутам «Легион» старается играть от себя, старается зажать соперника на его половине поля. И судя по тому, как проходят эти первые 6 минут матча, план команда Максима Остапенко работает достаточно хорошо. Ну, раз представил я полностью заявку «Империи» на сегодняшний поединок, то, наверное, быстренько перечислю вам и футболистов, которые могут появиться со скамейки запасных у легионеров. Это Дмитрий Захаров, отбывший свою дисквалификацию пятиматчевую, полученную в матче за дубль, Игорь Кириченко, Михаил Еремин, Александр Чудак и Илья Качнов. Как вы прекрасно видите, если вы следите за «Легионом», то вы об этом прекрасно знаете. Достаточно много номинальных дублеров сегодня могут появиться на поле у легионеров. И понятное дело, что основная ставка будет сделана именно на футболистов, которые с самого начала сезона играют в основе, играют в высшем дивизионе. А пусть меня простят Александр Чудак, Игорь Кириченко и Дмитрий Захаров, все-таки они будут скорее игроками подмены, игроками, можно даже сказать, и, например, джокерами, которые могут появиться на поле, в каком-то конкретном эпизоде принять важное участие, могут дать передохнуть игрокам стартового состава, дать им эту самую нужную передышку. Ну и, например, в любом случае Илья Качнов достаточно неплохо может себя проявить на острие атаки, учитывая особенно тот факт, что Вячеслав Андрианов, номинальный форвард, сегодня действует в воротах. Ну а Михаил Еремин еще в начале сезона выступал за другой коллектив высшего дивизиона, за молодежку «Беды», и поэтому, безусловно, к таким поединкам хорошо привыкший. Ну а играми за дубль он, безусловно, заслуживает приглашение в основную команду. Неточная передача. «Империя» перехватывает мяч на чужой половине поля. Посмотрим, как эта атака красно-синих будет развиваться. Никуда не спешат подопечные Вадима Сарсорова. Пытаются прочувствовать и мяч, и газон. Сегодня поле действительно достаточно скользковатое. С самого утра работники стадиона пытались привести зеленый прямоугольничек в надлежащий вид. Но снег, который, по сути, всю ночь у нас шел в Москве и не прекращался ни на минуту в течение дня, пусть и не такими обильными осадками на Москву обрушивающийся, не позволяет как раз-таки играть футболистам в комфортной летней манере. Думаю, что многие игроки и поменяли игровую обувь, перешли с излюбленных бутс на сороконожки. Хотя, честно признаюсь, достаточно давно уже можно было переходить на сороконожки и чувствовать себя вполне комфортно на таком скользком газоне. Но, опять-таки, вполне комфортно это все познается в сравнении. Например, пару лет назад о таком газоне, наверное, команды высшего дивизиона могли только мечтать. А вот привыкшие уже футболисты
к нынешней зиме, когда у нас большую часть холодного времени года на самом деле стояла такая осенне-весенняя погода, здесь, конечно же, могут жаловаться на эту самую непогоду. Штрафной заработали футболисты «Империи». Сергей Миронов прихватил Арама Арапетяна. Разыгрывать штрафную не стали красно-синие, а контролируют мяч на чужой половине поля. Кульчий играет назад. С одним из своих защитников сыграл Александр. И вот неточная передача, но здесь по Пину Казаряну действительно очень сложно было за этот самый мяч зацепиться. И пришлось ему включать свою фирменную скорость. Но даже на скользком газоне к первым к этому мячу успел Александр Ледвин, а не форвард Легиона. Ну вот и футболисты в красно-синей форме ошибаются в передаче. Разыгрывают легионеры. Павел Андрианов обходит одного оппонента. Передача вперед. Немного неудобная она получилась. Но Седов в подкате до снаряда дотянулся. Славягин пробил поворотом. И будет удар от ворот, насколько я понимаю. Никого не коснулся футбольный снаряд после выстрела опорного полузащитника. Но в любом случае этот удар можно занести в актив Легионова. Ну, во-первых, как это принято учить в детских школах, ты нанес удар поворотом, следовательно, контратаки на твои владения не будет. Ну, а во-вторых, по-прежнему легионеры пытаются обозначить, что именно они сегодня будут играть первым номером, именно они будут атаковать больше. Станислав Мухин пропускал мяч, летевший точно ему в голову, не подозревая о том, что один из нападающих «Империи» на последней линии атаки расположился. В итоге аут разыгрывают подопечные Вадима Сарсорова. Рулевский играет направо. Радугин комбинируют красно-синие, но все это почти без продвижения вперед, а потому угрозы воротам Вячеслава Андрианова по-прежнему нет. Вот и заканчивается это позиционное владение мячом. Мухин играет с Андриановым. Снова Мухин. Заброс вперед, но совершенно не точно получается. И вновь мы с вами на сухом пайке остаемся без голевых моментов. Сарян здорово отыграл в этом эпизоде, а вот затем передачку выполнил неточно. Знаете, вот по первым 12 минутам матча у меня складывается такое ощущение, что все футболисты играют 50 на 50. В том плане, что они делают одно какое-то хорошее действие, а затем словно в противовес ему ошибаются в какой-то ситуации. То есть вот смотрите, Папин Казарян здорово отборолся в том эпизоде, а затем отдал неточную передачу. Либо вот в предыдущем эпизоде, когда ударом завершилась атака Легиона, Славягин вроде бы неплохо ушел от оппонента, а пробил, но совершенно не опасно. Андрианов играет вперед, и вот попадает соперника. Вроде бы по мысли все делал правильно в продолжении моей предыдущей фразы, но попал в соперника, и мяч в итоге красно-серые потеряли. К слову, на острие атаки у нас у «Империи» сейчас располагается как раз-таки опаздывающий к началу поединка Богдан Линчук. Здесь у меня, к слову, даже есть некоторые сомнения, действительно ли опоздал Богдан, а не с первых минут вышел на поле. Но все это, безусловно, протокольные мероприятия. Не так это важно для тех, кто действительно следит за поединком. Тем более, что «Империя» даже и пару замен уже успела за стартовую 15-минутку провести. Ну и по-прежнему у нас нет ни одного такого маломальски опасного эпизода у ворот, будь то Легиона, будь то «Империя». Вся борьба проходит в центре поля, либо вот чуть-чуть поближе к той или иной штрафной, в зависимости от того, какая команда атакует. Седов разворачивается и играет с Мироновым. Славягин в одно касание, потому как накрывали уже Юрия Славягина. Вот, может быть, сейчас момент возникнет. Была здесь игра рукой? Нет. Показывает главный арбитр встречи, что можно продолжать игру. Знаете, мне вот с моей точки показалось, что контакт
контакт там вполне имел место быть, но, во-первых, Славягин ко мне спиной располагался, но вот какое-то такое маленькое движение рукой я заметил в исполнении Славягина. Без повтора я, безусловно, не берусь расценивать этот эпизод, ну а учитывая, что главный арбитр встречи, располагавшийся так близко к месту действия события, пенальти не назначил, я думаю, что можно этот эпизод уже оставить в памяти, тем более, что Легион забивает на 15-й минуте встречи и делает это Папин Казарян. Безусловно, здесь многое для него сделал партнер, отдавший великолепный пас на пустые ворота, но как же не хватало Казаряна в последних матчах Легиону. И смотрите, Казарян первую игру проводит после возвращения на поле от своей травмы, и уже на 15-й минуте встречи легионеры выходят вперед. 1-0. Ну, раз у нас первый гол в матче состоялся, то, наверное, нужно пару слов вам, дорогие друзья, рассказать или напомнить о поединке первого круга, в котором эти команды встречались. Тогда «Империя», которая уже начала свою небольшую такую перестройку, выиграла со счетом 3-1, но этот матч на самом деле стал поистине историческим для команды Максима Остапенко, потому как Дмитрий Токарев забил первый гол Легиона в высшем дивизионе. Да, случилось это уже на последних мгновениях встречи. Да, на исход встречи этот эпизод не повлиял никакого влияния, но сам факт, наверное, надолго этот матч еще запомнится в памяти у самих футболистов, у поклонников красно-серых, ну и у их тренерского штаба. Безусловно, многое достаточно поменялось с той поры. «Империя» каждое трансферное окно проводила очень активно. Все ее бывшие лидеры, которые начинали сезон в составе «Империи», уже новые команды свои нашли. Вот так, например, в январское трансферное окно покинули команду Юрий Татаркин, Карен Бегларян, Павел Болтнев, которые сейчас завершают чемпионат в составе «Тумана». Также Евгений Сосулин и Сергей Поляков вообще в другой округ перебрались в команду северо-восточного чемпионата, футбольный клуб «Фемида». Но это мы еще не говорим о тех футболистах, которые как свободные агенты теперь в базе ЛФЛ находятся. Здесь трансферы можно перечислять долго и, по сути, всю трансляцию убить, рассказывая о том, где или в каком качестве сейчас экс-футболист «Империи» прибывает. Что касается приобретений, то здесь Александр Ледвин вернулся в состав своей родной команды. Впрочем, наверное, из клубной системы все-таки можно сказать, что он не уходил. Выступал в начале сезона Ледвин за «Империю-2». Там же, к слову, выступал и Никита Рулевский, который сейчас также защищает цвета основной команды. Ну а из других приобретений, конечно же, нужно отметить Алана Ловича, перебравшегося из КДС, и Арама Эрпетяна, который выступал за «Западную Атлетику». Пока я вам это все рассказывал, здесь опасный момент вблизи владения Вячеслава Андрианова возник, но Станислав Мухин ценой небольшого повреждения собственную команду от неприятностей все-таки спас. И в итоге дело закончилось тем, что «Империя» возвращает мяч Легиону, элемент фэрплей, ну и Мухин показывает, что встречу свою продолжить может. К чему я начал разговор о трансферах последнего трансферного окна? Дело в том, что из тех футболистов, которые отличались в том поединке против Легиона, на поле у «Империи» сейчас присутствует только Алексей Батанов. Ну и учитывая, что Батанов все-таки игрок более оборонительный, безусловно, к атакующим действиям он привлечен не так часто. А вот другие футболисты, которые забивали у красно-синих, это Аусбек Тигиев, Алексей Юрьев. И тот, и другой, если мне моя память не изменяет, уже давно вообще не являются футболистами «Империи». Вот Тигиев точно стал свободным агентом, а вот про Алексея Юрьева со 100% вероятностью я это утверждать не возьмусь, но в последних поединках абсолютно точно он не принимал участие в матчах команда Вадима Сарсурова.
Про трансферы Легиона уже и так достаточно много говорилось в последних эфирах. Ну и учитывая тот факт, что по сути из тех игроков, которые пополнили ряды красно-серых в последнее трансферное окно, в живых, назовем это так, для основного состава сейчас существует только Ильяс Шахбазов, то, я думаю, особого внимания на это мы не будем уделять. Денис Базовой взял временную паузу. Желает футболист отдохнуть от футбола. Ну а Захаров, который так же, как и Шахбазов и Базовой, перебрался из-за футбольного клуба «Москва», это все-таки усиление именно для дублирующего состава легионеров. Рулевский. Кульчий. Переводит мяч на правый фланг. Здесь Арапетян на позицию крайнего хавбека опустился. Ленчук ставит корпус. И вновь красно-синие попросту контролируют мяч. Пока по-прежнему без каких бы то ни было угроз воротам Вячеслава Андрианова. Но если так пойдет дело и дальше, то вполне возможно, что Андрианов и сухой матч на свой счет запишет. Но в любом случае такая именитая команда, как «Империя», в каком бы состоянии она ни пребывала, все-таки всегда достаточно в матчах против команд равных себе, либо уступающих в классе, создает как минимум пару очень хороших моментов. Вот, например, в поединке недельной давности, когда «Империя» встречалась со своим младшим братом, назовем это так, команда Вадима Сарсорова играла против «Империи-2». Матч закончился со счетом 7-6. И это при том, что уже минутик 20-й команда Вадима Сарсорова вела в счете со счетом 6-0. И, по сути, никаких интриг в этом поединке не оставалось. Даже когда счет стал минимальным, разрыв в счете стал минимальным, я лично, например, наблюдая за этим поединком, был абсолютно уверена, что старшая из «Империи» победу не упустит. Из других матчей, конечно же, здесь вспоминается поражение от «Кристалла», который мы также показывали в прямом эфире. До этого была победа над КДС со сверхразгромным счетом 8-1. То есть, как бы то ни было, «Империя» все-таки остается достаточно крепким, добротным середняком чемпионата. Да, конечно же, за чемпионство, за медали побороться в нынешнем сезоне «Империи» не удастся. Уж слишком большой отрыв от верхней половины таблицы сейчас у команды Вадима Сарсорова. Напомню, что у «Азимута», который располагается на 8-й строчке этой самой таблицы, в активе сейчас 34 набранных балла, а у «Империи» всего лишь 26. И это еще при том, что «Азимут» свою встречу сегодня будет проводить достаточно поздно. Встречается команда Виталия Гурская с «Кристаллом». Да, безусловно, «Азимуту» просто не будет в этом поединке, это понятно всем. Но в любом случае именно «Азимут» будет считаться в этом поединке фаворитом. По сути, можно сказать, что если «Империя» сегодня не выигрывает у «Легиона», то за попадание в верхнюю часть, верхнюю половину турнирной таблицы все-таки бороться команда Вадима Сарсорова перестает. Но в любом случае я очень рад, что в любом состоянии «Империя» продолжает свое существование. Об этом достаточно много говорилось в нынешнем сезоне. Север является достаточно уникальным округом с той точки зрения, что все команды, которые становились чемпионом чемпионата Северной лиги, продолжают свое существование. Да, у того же «Спартака» «Химки» достаточно сейчас тяжелая ситуация во втором дивизионе, но, по крайней мере, свое выступление команда Александра Несмелого продолжает. Ну а «Империя», опять-таки, в сравнении, например, с тем же «Спартаком», вообще является коллективом высшего дивизиона, коллективом очень интересным, коллективом самобытным, и именно за этим поединком мы сейчас с вами наблюдаем. Но «Легион» ведет в счете, «Легион» на самом деле на другой стадии своего развития на данном этапе
находится. Команда Максима Остапенко является дебютантом высшего дивизиона. Проводят легионеры первый свой сезон в элите Северной лиги и, безусловно, хотят забраться как можно повыше в турнирной таблице по итогам сезона. Впрочем, учитывая, как складывалось начало этого самого чемпионата, я думаю, что, например, место 9 по итогам первенства легионеров устроит вполне. Но в любом случае надо, наверное, все-таки сказать, что легионеры по-прежнему лелеют мысли о Еврокубках. Но вот все-таки первая по-настоящему атака завершается голом ворота Вячеслава Андрианова. И забивает его Александр Кульчий. Справился Андрианов-старший с первым выстрелом имперцев из-за пределов штрафной, но на добивании первым и расторопнее всех оказался Кульчи, который пробил грамотно, поднял мяч над газоном. И у Андрианова, честно признаться, наверное, шансов выручить свою команду не было вовсе. Что ж, 1-1, достаточно большой ликбез, посвященный империи, я выдал вам в последние минут 5, наверное. Ну а Легион сразу же отвечает своей атакой. Прострельная передача. Не совсем удобно было Сумарокову пробивать в одно касание. В итоге, обрабатывая мяч себе под удар, момент этот самый для выстрела он упустил и был вынужден отрабатывать в обороне. Впрочем, отработал он достаточно успешно. Так, левым флангом развивается Казарян. Здорово уходит от двух соперников. Бьет здесь. Попадает мяч в кого-то из футболистов в красно-синей форме. Мухин. Пас вперед. Славягин. Ответная передача напрашивается. И выполняет ее Славягин. Достаточно опасно. Вышел из ворот Александр Ледвин. Сумел этот прострел прервать. Но скользкое поле помешало ему забрать мяч в руки. Тем более, что у нас тут вновь достаточно обильные осадки начались. Я думаю, что вы по своей телевизионной картинке это прекрасно видите. Ленчук. Стесняет. Вот мяча Сергея Миронова. Тот ему раза три однозначно по ноге заехал. Но к чести обоих футболистов стоит признать, что конфликтовать они не стали. 4 минуты у нас остается до конца первой половины. Счет у нас ничейный 1-1. На точный удар Попина Казаряна империя ответила своим голом за авторством Александра Кульчия. И, наверное, стоит признать, что в концовке тайма преимущество, пусть и небольшое, все-таки на стороне номинальных хозяев поля. Если в первые 15 минут легионеры все-таки владели ситуацией, то вот постепенно, все-таки прочувствовав газон, потратив на это какое-то время, подопечные Вадима Сарсорова игру к своим рукам прибрали. Впрочем, не настолько сильно, чтобы говорить о каком-то безоговорочном преимуществе, как, например, перевесе Гефеста во вчерашнем матче против Терминатора. Тем не менее, атаки вот такие постоянно возникают. Здесь Сергей Миронов проиграл борьбу Богдану Ленчуку, и тот немножко подталкивал защитника. В итоге все это выливается в ненужные нервы. Еще один момент возникает, и как в наказание второй мяч в сетке ворот Вячеслава Андрианова оказывается. Руслан Имаев с отличного ассиста своего партнера делает счет 2-1. И, скорее всего, на перерыв все-таки Легион уйдет в качестве проигрывающей стороны. Здесь я думаю, что это взятие ворот явилось следствием таких ментальных ошибок легионеров. Они, как мне лично показалось, здесь я не претендую на истину в последней инстанции. Вот предыдущий эпизод несколько завел красно-серых. И здесь Сергей Миронов позволил себе потерять хладнокровие и несколько пободаться с Ленчуком. И вот сейчас опять он проигрывает единоборство вблизи центральной линии.
впрочем, подстраховали защитника. Но, тем не менее, момент возникает. Айрапетян не сумел пробить поворотом в одно касание. И в итоге будет только угловой. И Юрий Славягин подстраховал, к слову, как раз-таки Сергея Миронова. И вот эта вот небольшая вспыленность приводит к тому, что раз за разом легионеры, несколько заведясь, вступают в ненужные единоборства, вступают в ненужные подкаты. Здесь без повтора я боюсь ошибиться и как-то неправильно расценить эпизод со вторым голом, но, по-моему, Александр Седов зря так пошел в открытый подкат на дальней от нас бровке, после которой как раз-таки и последовал прострел в штрафную. И нужно сейчас успокоиться несколько подопечным Максима Остапенко, и перерыв для них будет как нельзя кстати. А «Империя» вполне может забить свой третий гол сейчас, если грамотно своими моментами распорядиться. Айрапетян не дает ему пробить Станислав Мухин. К слову, в одной из последних пауз замена у легионеров произошла. На поле появился Александр Чудак, выступающий под 23-м номером. Быстренько оцениваю я тех футболистов, которые остались на поле у легионеров. И, по-моему, он Юрия Славягина поменял. Андрианов, возможно, последнюю атаку в первой половине своей команды начинает. Начинает неточным пасом. Кульчий хорошо переводит мяч на правый фланг. Но здесь уже... Здесь уже серия таких достаточно жестких единоборств. И главный арбитр встречи впервые в сегодняшнем матче достает желтый прямоугольничек из своего нагрудного кармана. Видимо, все-таки поднадоело рефери вот это вот противостояние Миронова и Линчука. И решил он погасить страсти футболистов обоих коллективов и первый горчичник предъявить. Зарянна скидывает мяч на вторую линию, но получается не совсем удачно, и в итоге атака закончилась, а вместе с ней закончился и первый тайм. Что ж, отдохнем и мы с вами буквально пару минут. Не думаю, что перерыв получится достаточно долгим, а затем вернемся на стадион на Флотской улице. Подошел к концу перерыв в матче «Легиона» и «Империи». После стартовых 30 минут игры впереди подопечные Вадима Сарсорова 2-1. «Легион» очень здорово начал поединок. Сумел открыть счет на 15-й минуте благодаря голу Попина Казаряна. Но концовка первого тайма осталась за «Империей». Осталась за ней благодаря тому, что Александр Кульчий и Руслан Имаев сумели распечатать ворота Вячеслава Андрианова. И благодаря этим голам красно-синие ведут в счете. Ведут в счете, наверное, исходя из эмоций, которые у нас остались после первого тайма, несколько заслуженно. Хотя, наверное, болельщики «Легиона» со мной не согласятся, но все-таки запоминается последнее. А последнее у нас было это пятиминутка заключительная первого тайма. И именно в ходе этого самого временного отрезка как раз-таки команда Вадима Сарсорова и отличилась дважды. Что ж, впереди у нас 30 минут игрового времени. Правда, уже у «Легиона» осталось чуть меньше. Здесь не было нарушения правил. Сергей Миронов по букве закона оттеснил своего оппонента от мяча. Вот Павел Андрианов непростительную ошибку допускает. Повезло, что быстрого развития эта атака красно-синих не получила. Здесь фол. Александр Кульчий интеллигентнейшим образом сорвал атаку красно-серых. Обошлось дело и без желтой карточки, и без какой-то грубости. Захаров. Назад. Миронов. Андрианов. Снова Миронов. Контролирует мяч красно-серый, но делает это на своей половине поля. И так можно и потерять мяч. Но в итоге Миронов выходит из этой ситуации молодцом. Казарян набьет, но Александр Ледвин уверенно с этим выстрелом справляется. А на подборе первым оказался один из защитников «Империи».
Захаров. Играет на чудака. Снова Захаров. Седов. Неплохо было все в одно касание. И в итоге завершается дело с виском арбитра. Завершается штрафным ударом, который заработал Александр Седов. Сам же пострадавший, скорее всего, и выполнит удар по статичному мячу. Здесь же и Попин Казарян, конечно же, находится. Но все-таки с этой позиции более удобно, конечно же, левоногому футболисту пробивать. И, понимая это же, Казарян отправляется в штрафную. Сумароков тем временем забегает по правому флангу. Но удар Седова приходится точно в руки Александру Ледвину. Кульчей обыгрывает чудака. Обыгрывает его во второй раз, но в итоге все-таки мяч потерял центральный полузащитник Империи. Контратака красно-серых по левой бровке развивается. Здесь чисто в мяч было сыграно. Остается футбольный снаряд у Легиона. Ну а Вадим Сарсоров с первых же минут второго тайма начинает играться с заменами, не позволяя своему единственному запасному подмерзнуть. И заодно убив несколько секунд игрового времени, счет, безусловно, сейчас устраивает команду Вадима Сарсорова. Здесь вторая желтая карточка или даже прямая красная Богдану Линчуку. Видимо, достаточно серьезно досталось по голове футболисту Легиона, учитывая, что рефери сначала справился о здоровье футболиста Легиона, а лишь затем предъявил удаление. Будем надеяться, что небольшим рассечением дело завершилось, потому как на самом деле носовая кость, она достаточно хрупкая и иной раз достаточно легкого удара, чтобы дело закончилось переломом. Но здесь действительно кровь хлещет буквально ручьем. Хочется пожелать футболисту здоровья и скорейшего выздоровления. Но что-то мне подсказывает, что Александр Чудак больше в сегодняшнем поединке участия не примет. И хочется надеяться, что его отсутствие окажется лишь недельным. То есть дело переломом не закончится. Что ж, у Легиона есть 10 минут, чтобы перевернуть ход неудачно складывающегося матча. 10 минут в большинстве. На поле, к слову, вместо Чудака появился Михаил Еремин. Скорее всего, именно он и Павел Андрианов сейчас будут отвечать за созидательные действия на чужой половине поля. А Александр Седов останется в опорной зоне. Здесь еще один опасный подкат. И Захаров начинает заводиться. Вот этого делать абсолютно точно Дмитрию не нужно. Только-только его закончилась пятиматчевая дисквалификация, которую он получил в поединке дубля. И примерно за похожие действия. Там я не буду пересказывать общую картину происходящего. Кто знает, тот поймет. Миронов. Вертикальная передача ожидаемо своей цели не достигает. Тем не менее, с мячом по-прежнему легионера. Еремин здорово уходит от двух соперников. Нужно уже расставаться с мячом. Он навешивает в штрафную. Но Александр Ледвин, здорово прочитав ситуацию, вышел из ворота и забрал мяч в свои вратарские руки. Но Империя сейчас, скорее всего, вообще откажется от игры в нападение. Будут контролировать мяч красно-серые. Потому как именно Линчук, во-первых, выполнял роль столба у команды Вадима Сарсорова в этом поединке. Ну а во-вторых, просто сейчас, наверное, опрометчиво идти в атаку. Учитывая, что все-таки матч равных соперников мы с вами наблюдаем. Андрианов на подступах штрафной. Очередная такая полунавесная, полупрострельная передача в штрафную. И вновь она заканчивается тем, что мяч оказывается в руках у Александра Ледвина. Арапетян. Вновь вертикальная передача, и вновь она до своей цели не доходит. Здесь Сергей Миронов здорово на перехвате сыграл.
Ерёмин на Миронова. И долго с мячом работает Ерёмин. Кульчий бьет едва ли не с центра поля. И не удалось Кульчу поднять мяч на необходимое расстояние. Не удалось, впрочем, также попасть в створ. Ограничился Легион лишь легким испугом. Ну а Миронов ошибается уже не в первый раз в сегодняшнем матче. Ошибается достаточно грубым образом для центрального защитника. И на самом деле повезло сейчас, что Империя решила таким образом эту контратаку разыграть. Впрочем, наверное, все-таки скорость не самая выдающаяся черта Александра Кульча. Все-таки известен этот футболист другими своими характеристиками. Но, что называется, заиграли и забыли. Андрей Булатов ведет мяч из-за боковой. Андрианов. На дальней от нас бровке. Демонстрирует свои финты. Захаров ошибается в передаче. Неточная она получилась. И контратака Империи вновь, к слову, также не получается. Подсказывает Вадим Сарсоров, что не нужно прессинговать голкипера. Куля нас меньше. Но это действительно именно то, о чем я вам и говорил, дорогие друзья. Сейчас, наверное, в самую последнюю очередь футболисты Империи будут думать о нападении. Ну а замены продолжает делать Вадим Сарсоров. Арапетян возвращается на газон. Империя по-прежнему в меньшинстве. Но уже, наверное, где-то половину своего наказания красно-синие отбыли. Казарян. Момент возникает. Будет удар Сумароков. И вновь блестящий Ледвин играет. Спасает он свою команду. Конечно, не в безвыходной ситуации. Но тонко прочувствовал эпизод и завалился именно в тот угол, куда направлял мяч Кирилл Сумароков. Браво, Александр. Легион вновь придумывает неприятности на свои ворота. На этот раз Михаил Ерёмин не сумел мяч обработать. Впрочем, сам же свою же ошибку и исправил. И теперь контратаку новую красно-серых начинает Андрианов. Вновь один в один остается он с оппонентом. Сумароков неплохо. Андрианов попытался в стиле самого себя матча против штурма обыграть Александра Кульча. Но все-таки при всем уважение к игрокам штурма, Кульчи все-таки игрок несколько иного класса, и на такой финт он не купился. Арапетян. И в итоге мяч назад. Батанов играет на Булатова. Никуда не спешат красно-серые. Но в итоге мяч все-таки теряют. Сумароков здорово отборос. Продолжает свое движение вперед Кирилл. Хорошая передача в пяткой на Седова. Тот бить не стал. Сыграл тоньше. Какой момент возникает у легионеров. Павел Андрианов. Блестящий пас на линию вратарской выполнил. Но Попин Казарян. То ли нога у форварда поехала. То ли попросту не успел он к этому мячу. И не удается оформить дубль Казаряну. И счет у нас по-прежнему неизменный. 2-1. А времени остается все меньше и меньше. Всего 18,5 минут команда проведут на поле. Ну, естественно, плюс то, что главный арбитр встречи соперничающим сторонам компенсирует. Миронов вновь ошибается. Сергей Миронов. Не самый лучший матч в исполнении второго номера. Но сейчас попросту нету альтернативы у красно-серых на данную позицию. Мне кажется, что вот именно в сегодняшнем матче какую бы оплошность, какую бы ошибку Миронов не допустил, он свою встречу до конца доиграет. Играет направо Миронов, а здесь Александр Седов совершенно один. Играет центр, Ерёмин. Отыгрывается в стеночку с партнером. Еще одна навесная передача. Здесь не будет удара, а будет он только сейчас. Но и то, выстрел Александра Седова заблокировали.
Еремин. Совершенно один Попин Казарян в штрафной, но его игнорирует Еремин. И в итоге мяч теряет. Казарян на самом деле очень здорово открылся, но другой разговор, что такую передачу достаточно сложно было Еремину по такому покрытию совершить. И, возможно, именно поэтому Еремин своего партнера проигнорировал. Здесь, наверное, только сам полузащитник на этот вопрос может ответить. Еремин уже в качестве последнего защитника начинает вместе с Мироновым новую атаку. Захаров. Миронов. Напрашивается пас на Еремина, но Миронов другое продолжение атаки выбирает и вновь чуть было не ошибается. Ну, наверное, на каждой новой замене Империя я акцентировать уже свое внимание не буду. Слишком часто они происходят. А учитывая, что как только составы станут равными, возможности для перестановок у наставника Империи попросту не будет. Сумароков назад на Еремина. Хороший пас на Сумарокова. Нужно уже выполнять передачу штрафную. Но избавившись от соперника, Сумароков не рассчитал длины поля. И в итоге мяч за лицевую упустил. Ну и отметим, что и Александр Кульчий в очередной раз сыграл достаточно грамотно и хитро. Любой другой защитник мог ненароком и свалить на Сумарокове. А тут дело могло закончиться бы и пенальти. А заканчивается опаснейшая атакой Империи. И третий мяч в сетке ворот Вячеслава Андрианова оказывается. И здесь опять-таки нужно отметить, что не самым лучшим образом сыграл Сергей Миронов очередную борьбу проигравший. Ну а дубль оформляет у Империи Руслан Имаев. Именно он оказался на острие атаки в этом эпизоде. И на 45-й минуте, буквально за несколько мгновений до возвращения седьмого полевого футболиста на поле, Легион оказывается в крайне неприятном положении. 3-1. Всего четверть матча, всего четверть часа, как хотите, дорогие друзья. Эти понятия в любительском футболе синонимичны. Есть у команды Максима Остапенко, чтобы вырвать уже хотя бы ничью. Думаю, о победе уже, наверное, говорить преждевременно. Кульчий. Имаев. Обратно Кульчий играет. И снова 14 номер с мячом. Арапетян. Центр. Контролирует мяч красно-синий. Ну и действительно, почему бы с мячом не пообщаться. Тем более, что составы-то уже равные. Передача штрафную. Здесь очередной потенциально опасный момент. Мог возникнуть, но Дмитрий Захаров ситуацию разрядил. Разыгрывают легионеры. Удар от ворот. Стараются все-таки посредством паса вернуть себе преимущество в этом поединке. Но пока не видно, за счет чего легионеры могут вернуться в борьбу за очки в этом поединке. Безусловно, конечно же, раньше времени легионеров мы хоронить не будем. Все-таки при всем уважении к команде Вадима Сарсорова, Империя сейчас не топ клуб Севера. И уверенности в том, что доведут дело до логичной победы, у меня лично нет. Но судя по тому, как, во-первых, Александр Ледвин
действует в сегодняшнем матче. Пробить его еще будет крайне сложно подопечным Максима Остапенко. А вот забить еще имперцы вполне могут. Тем более, что раскрываются красно-серые постепенно все больше и больше. И, безусловно, моменты еще у номинальных хозяев поля в этом поединке будут. Мухин не успевает сохранить мяч в поле. Пускает его за боковую линию. Арпетян обратно на Имаева. Тот ошибается в достаточно простой ситуации. И есть возможность для контратаки у красно-серых, но не удается Павлу Андрианову обыграть один в один защитника Империи. И в итоге момент был загублен. Не удается это же сделать и Араму Арапетяну на противоположной от нас бровке. Но в отличие от предыдущего эпизода мяч у красно-серых остается. У красно-синих, конечно же, тут я заговорился, и мои мысли опередили то, что я собираюсь сказать. А лишь затем последовала потеря, и легионеры себе мяч вернули. Андрианов. Вновь финт младшего из Андриановых не проходит. Мухин за боковой вводит. Борьба. Мяч отскакивает в итоге к Еремину. Тот играет на коротке с Попином Казаряном. А у того в последний момент поехала нога. И в итоге мяч обработать форварду не удалось. А Еремин отправляется отдыхать. Отправляется на скамейку запасных. Сейчас разберемся, кто именно у легионеров на поле появился. И, судя по всему, это Илья Качнов, играющий под 13-м номером. Здесь, конечно, возможны варианты. Попин Казарян может опуститься чуть пониже. Качнов уйти на острие атаки. Возможно, и другие перестановки, безусловно. Вот сейчас Качнов здорово вступает в отбор. И потенциально момент для своей команды создает. Но в итоге все это вылилось лишь в аут. После которого еще нужно создать момент. А времени остается уже меньше 10 минут. Сумароков будет далеко бросать штрафную. Вносится мяч из пределов владений Ледвина. Казарян, который, словно предвидя будущее, отскочил к центральной линии, мяч подобрал, а затем пробил. Достаточно опасно, но не настолько, чтобы можно было говорить о каком бы то ни было остром эпизоде у ворот Александра Ледвина. Отбиваются легионеры. Но новую атаку свою начать по-прежнему не могут. Даже к центральной линии еще красно-серые не продвинулись. Седов играет направо. Поле уже достаточно сильно присыпано снежком. И, следовательно, мяч надо чуть более сильными передачами направлять вперед, потому как он попросту застревает, не доходя до своего адресата. Передача вверх в штрафную. Андрианов уже в ней. Скидка. Качнов бьет и в последний момент успевает один из игроков обороны Империи этот выстрел накрыть, и в итоге будет только угловой. Снисав, Мухин его подаст. Не самым лучшим образом это ему удается сделать. Миронов, ошибаться здесь нельзя ни в коем случае. В итоге все сделал. Он вначале очень здорово, а потом грубейшая ошибка. И хорошо, что дело закончилось вот такой неточной передачей.
Если бы «Империя» сейчас четвертый мяч провела, то я думаю, что можно было бы поздравлять команду Вадима Сарсорова с 9-й викторией в сезоне. Миронов. Это назад на Андрианова. Здорово играет Вячеслав. Направо Мухин. Очередная навесная передача в направлении Попина Казаряна. Но вот именно что только в направлении. При всем желании Казарян вряд ли мог бы успеть за этим мячом. Забавно. Мяч остается в поле. От углового флажка он вернулся внутрь зеленого прямоугольничка. И, следовательно, никакой остановки в этом эпизоде не было. Андрианов обходит одного. Но внутри штрафной... Внутри штрафной все перекрыто, и вновь передача до своего адресата не доходит. Седов. Андрианов. Не точно, но в итоге все-таки до Седова мяч доходит. Бьет с левой ноги. Удар в итоге заблокирован. И будет новый стандарт угловой от левой бровки. Разыгрывают. Нет, не разыгрывают. Подают легионеры. Момент возникает. Какой опасный, но Станислав Мухин с близкого расстояния не сумел отправить мяч в сетку. Вновь блестящим образом Александр Ледвин действует. И в итоге еще и контратака может получиться у «Империи». 3 в 3 она развивается. Мяч уже в штрафной. Здесь Павел Андрианов даже в качестве одного из защитников выступает. Но нет, все, это контратакой назвать вряд ли можно. Откровенно затягивают время и футболисты «Империи». Здесь Сумароков еще успел подскользнуться, и это выглядело достаточно опасно. Но в итоге мяч остается у хозяев, и ведут они его из-за боковой. Дальний удар. До Вячеслава Андрианова он не доходит. Будет аут, и наконец-то легионеры возвращают мяч себе. 5 минут остается в запасе у команды Максима Остапенко, чтобы пытаться вырвать ничью в этом поединке. Для этого нужно как можно быстрее забить второй гол, чтобы в концовке все-таки устроить финальный штурм. Но похоже, что Ледвин больше одного гола пропускать в сегодняшнем матче не намерен. Казарян здорово играет направо. Мухин уже в штрафной передаче на Андрианова напрашивалось несколько секунд назад. И как раз-таки именно это сейчас Павел и высказывает своему партнеру. Покати мяч в центр, и Андрианов расстреливал бы ворота Ледвина, ну, буквально метров с 9. А в итоге Мухин выбрал несколько иное продолжение атаки. И вновь дело опасностью у ворот Ледвина не закончилось. Подбадривает своих подопечных Вадим Сарсоров различными эпитетами и междометиями «Браво» и так далее. А «Легион» продолжает старательно искать бреши в обороне «Империи». Продолжает искать возможности для острых ситуаций. Но Ледвин, похоже, сегодня является одним из лучших игроков, наверное, всего матча. Да, МФ оформил дубль, но вклад Ледвина, наверное, несколько больше. Даже несмотря на то, что на 15-й минуте именно «Легион» открыл счет в сегодняшнем поединке. Имаев сохраняет мяч в поле, и вот только сейчас он покинул пределы поля. Андрианов, опасная игра, и главный арбитр встречи наказывает. Наказывают «Империю» штрафным ударом. Причем даже некоторые сами легионеры не поняли, что назначен именно штрафной. В частности, Илья Качнов.
Если не идет с игры, можно попробовать забить со стандарта. Эту фразу, наверное, говорят все, без исключения комментаторы. И у мяча Павел Андрианов. А в итоге хитрая передача. Штрафную, момент возникнет. Нет, Сумароков, скидка. Не будет удара. Впрочем, Сумароков очень здесь настырен. Он на ударной позиции. Он отправляет мяч в ворота. 3-2 на 58-й минуте встречи. И интрига возвращается у нас с новой силой. Здесь, конечно же, никаких претензий к Александру Ледвину быть не может. Атака уже, казалось, свое исчерпала. И каким образом Сумароков вообще сумел вернуть мяч своей команде, это большой вопрос. В итоге всех поклонников «Империи» ждут две минуты, которые пройдут в настоящей нервотрепке. Я думаю, что легионеры сейчас предпримут все попытки, чтобы не уехать с флоска без набранных баллов. Ну а «Империя» пытается погасить эти самые попытки в зародыше на чужой половине поля, создавая моменты. Вот как раз таки мяч сейчас у команды Вадима Сарсорова. Но вот защитники этой прыти, защитники «Империи», я имею в виду, не поддерживают. Играют просто выносом. И, к слову, Вадим Сарсоров крайне доволен этим решением Андрея Булатова. Ну а учитывая, что заканчиваются последние мгновения встречи в атаках «Империи», что-то подсказывает мне, что у «Легиона», если и будет шанс на спасение ничьи, то будет он только один. И нужно, во-первых, обезопасить свои ворота при розыгрыше этого стандарта. Впрочем, до настоящей угрозы дела не доходит. Что ж, заключительный фрагмент матча. «Легион» рвется в атаку. Сумароков. И нарушение правил. Заработал штрафной Сумароков. А это будет желтая карточка. Откровенная затяжка времени. Если не ошибаюсь, это Руслан Имаев. Но прошу меня, если что, футболисты «Империи», извините. Все-таки номера у футболистов располагаются на крайне неудобной для комментатора позиции. Видите, в правом нижнем углу толстовки. А не всех игроков «Империи» я, к сожалению, знаю в лицо. Казарян у мяча. Наверх штрафную. Седов попадает, по-моему, в своего же голкипера, который пришел на этот стандарт. И в итоге дело заканчивается аутом. И аутом, который будет вводить игру не «Легион», а «Империя». Безусловно, какие-то мгновения главный арбитр встречи командам компенсирует. Помните травму Александру Чудака в начале тайма? Но вот эти мгновения уже подошли к концу. 3-2. «Легион» не сумел взять реванш за поражение в первом круге у «Империи». Пусть легионеры выступили чуть более удачливо, нежели полгода назад, но итог остался тем же. «Империя» побеждает, набирает очередные 3 очка. Их становится в копилке у команды Вадима Сарсорова 29. «Легион» остается за своими 20 баллами в середине турнирной таблицы. И, скорее всего, свои позиции в этой самой таблице не уступит. Но это все расскажет уже, наверное, мой коллега Кирилл Разумовский в своем еженедельном обзоре. Я же с вами буду прощаться. Для вас этот матч прокомментировал Никита Лаврентьев. Встретимся на полях Северной лиги. И до свидания.